Легенды острова нарушается равновесие, и дьявол бродит вокруг незамеченным, остров сокровищ возвращается, весь объятый пламенем на дно океана. Живых, то... Ну что ж... Потеряна Джейн, потеряны все надежды. Теперь мы никогда не сможем найти сокровище. Это неправильно, Джейн, это нехорошо. Остров разрушил сам себя. Теперь его захватил дьявол. И потребуется столетие, чтобы он возродился вновь. У нас, Квайр, теперь практически не осталось шансов найти сокровище. Нам остается внять голос разума и сказать себе, мы должны вернуться. Так, где же мы сейчас находимся? Здесь. Нет! Ой, боже мой, карта! Только не это, боже мой, только не это, боже мой! О, нет! О, нет! Сквайр! Сквайр, вернитесь! Осторожно! Капитан! Джейн! Капитан, смотрите, мачта! Теперь мы в ловушке! Отсюда нет выхода! Сквайр! Вернитесь! Я схватил ее! Помогите! Кого? Неужели эта карта стоит того, чтобы за нее отдать жизнь? Давайте. Нам надо выбраться на берег. Не получилось не совсем так, как я планировал. Теперь уже нет пути обратно. Пожар? Да, мы живы. Это хорошо. Да.
мы в безопасности. Но что случилось с остальными? Мы должны вернуться и найти их. Но посмотрите, паруса повреждены. Время работает против нас. Джим, нам следует поторопиться. Пойдем. А что случилось с остальными? Мы не сможем им помочь, к сожалению. Поверь мне, с ними все будет в порядке. Пошли, Джим. Мы не можем терять времени. Но как же Сквайр? Все будет в порядке. Мы вернемся за ним попозже. А кроме того, Джим, он будет нас только задерживать. Я боюсь, Бен. Это лава расклинада красна. Нельзя ли найти другую дорогу? Если мы хотим спасти остров, то другой дороги нет. Видишь ли, мы должны восстановить равновесие. Что? Это схватка между добром и злом. И зло побеждает. И мы можем остановить это. Мы можем остановить? Мы должны, Джим, или все будет потеряно. Но как? Вулканы разрушают остров. Вот это и поможет остановить их. Джим! Но это же всего лишь веточки. Это не веточки, это магические деревца. Если посадить их в трех самых высоких точках острова, то соединяющие их линии защитят остров от дьявольских сил. И ты уверен, что это поможет, Бен? Конечно, если что-нибудь не помешает нам. А где я? Джим, Бен! Где вы? Где вы? Hello? Ну не может быть, я остался один. Я остался совершенно один. И сокровище будет моим. Все, что мне теперь остается сделать, так это найти его. Так, посмотрим. Раз, два. Нет, не так. Эй, Джейн! Доктор, капитан, где вы? Алло! Где же вы? Я больше не выдержу этот жар, Бен! Это ужасно! Держите, Джим, первая вершина перед нами. Я попробую перепрыгнуть. Пожелай мне удачи. Осторожнее, Джим. Ты в безопасности, Джим. Кажется, да. Давай, Бен. Теперь твоя очередь. Быстрее, Бен. Скала плавится. Ой, кажется, я падаю. Держись, Бен, держись. Я падаю. Держите меня. Теперь уже совсем недалеко. Укройся, Джим. Укройся немедленно. Ай! Бен. А вдруг это случится снова? Тяни сильнее, Бен! Тяну я очень сильный! Кажется, мы у цели, Джим. Готов? Посмотри, Бен, это же совсем близко. Давай посадим дерево, Джим. Магическая сила, Джим. Она сработала. Вот это да! Сработала. Здорово! Ой, прекрасно! Мы сделали же это, Бен! Это еще не все, парень. А что нас теперь остановит?
Ах, мои симпатичненькие, идите ко мне. Нам нужно кое-что сделать. Вы должны отпустить меня. Вы должны быть заодно, знаете ли, для того, чтобы найти сокровища. Мне кажется, у меня есть собственное указание Флинта. Они здесь у меня, в кармане. Здесь! Кажется, он сказал, что у него есть указание. Да, он сказал. Но как мы можем знать, что ему можно доверять? Если он попытается выкинуть какой-нибудь трюк, я закопаю его по шею в песок и оставлю на съедение крабам. Не надо. Итак, у тебя есть указание, где искать сокровища. И мы намерены получить их. Да. Давай, давай, что там написано? Пожалуй, настало время выбираться отсюда, до того, как они вспомнят, что не умеют читать. Но даже если они смогут прочитать, то им, пожалуй, не особенно поможет в поисках сокровища счет от моего портного. Вторая вершина! Вот она, Бен! Пошли! Чего же мы ждем? В общем, она выглядит вполне нормально, но что-то слишком спокойное. Подняться на эту вершину будет трудно, но мы не отступим. Бен, мне это кажется, или за нами на самом деле наблюдают? Нет, тебе не кажется. Я уже тоже некоторое время думаю об этом. Но ведь мы единственные живые существа на этом острове. Не будь таким самоуверенным, Джим. Я тебе помогу. Так вот. Поднимайся, Джим. Мы уже почти у цели. Надеюсь, ты прав, Бен. Самое удивительное из всего, что я когда-либо видел. Мне это начинает не нравиться, Бен. Все это так странно. И посмотри на эти камни. Они выглядят как живые. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но это всего лишь скалы. Что они могут нам сделать, этот парень? Бен, что-то схватило меня. Держись. Это скалы, они живые. Давай выбирайся отсюда, Джим. Беги, не останавливайся! Здесь не пройти, Бен! Здесь их слишком много! Вооружайся, Джим! Другого пути наверх нет! Спокойно, Джим, когда я скажу, беги! Оставь его! Эй, Бен, смотри! Это вершина! Пошли!
Сажай не деревце, Джим. Это единственный способ спасти меня. Нет! Нет! Что? Бен, я потерял его! Я потерял деревце! Что? Что? Вот оно! Джим, смотри! Осталась последняя вершина, Джим. Боюсь, что я уже ничего не смогу сделать. Надо, Джим, иначе мы погубим остров. Мне страшно подумать о том, что сейчас случится. Одно дерево, Джим, и треугольник будет закончен. Что? Это Пью. Как же так? Разве Пью не утонул? Я не знаю, Джим, но если Пью выжил, то нас ждут большие неприятности. Беги, Джим! Я постараюсь задержать этих чудовищ. Поторопись, Джим! Что же теперь делать? Если я не могу даже убить их, то что же тогда будет? Джим! Держи, Джим, я иду! Убирайтесь прочь! Прочь с моей дороги, проклятие птицы! Я никогда больше не буду сомневаться в тебе, Бен. Пошли, Джим, пора идти.
Я надеюсь, мы спасли остров. Несомненно. А что ты думаешь о Пью? Он не будет преследовать нас? Возможно. И мы найдем Джейн и всех остальных? Ну, конечно. Тогда мы сможем продолжить поиски сокровища. Наверняка. Продюсер Питер Льюис.